идет о том, что в прошлом году был принят этот закон, запрещающий пропаганду интеграционных отношений среди несовершеннолетних, и родилось такое явление, в интернете возникла группа в социальных сетях, которая называется «Дети 404». В этой группе дети поддерживают друг друга сами, потому что взрослые не могут их поддерживать, как бы не нарушая закон. Меня, конечно, очень волновало то, что происходило в обществе, обострение этой темы, отношение к людям не только нетрадиционной ориентации, а вообще не таким. Но опять разделение большинства и меньшинства. Да, почему меньшинство мешает жить, кому оно мешает, и почему и кому выгодно обострять этот конфликт. И идея фильма вообще абстрактная, она появилась где-то полтора года назад, да, когда начались эти дискуссии в обществе. И вообще эта тема для меня личная. Я просто хочу сказать спасибо. Просто нас об этом никто не говорит. Я мама и мальчик, и я тоже хочу сказать вам спасибо.